Идеальная рабочая неделя. 4 ноября страна будет праздновать День народного единства. В России объявлен выходной. А значит, казалось, только начавшуюся рабочую неделю придется прервать на отдых. Но достаточно ли одного дня, чтобы успеть по-настоящему отдохнуть? Спросили мы сегодня у кировчан. И вот какие ответы услышал наш неугомонный корреспондент Антон Данченко. Завтра у всех объявлен один официальный выходной. Как успеть за один день отдохнуть? Ну, это дело фантазии каждого человека. Можно дома оттянуться. Так. Сидеть, почитать, за компьютером посидеть. Оттянемся. Да, можно в парк сходить. Вот, пожалуйста. А в парке можно оттянуться? А как же? Надо не отчаиваться и ждать субботы и воскресенья. Сегодня вечером собраться с друзьями, уехать на природу, взять с собой мясо, шампуры. В принципе, завтра, чтоб... с утра, это, как говорится, день независимости, отметили лето. Вечером домой, на следующий день на работу. Я так считаю, нужно нормально взять, ну и сходить куда-то тоже отдохнуть, так, девочки, сауна там. С самого утра или? Так, с самого, думаю, да. Затариться только пораньше, ну, там, со вчерашнего. И тогда все успеешь? Конечно. Встал, отдохнул, все. Что встал? Отдохнул и на работу на следующий день, и все. Спать. Но... За один день можно успеть отоспаться? Очень даже. Куда-нибудь сходить, погулять, заняться какими-нибудь делами дома, с кем-нибудь дома, с семьей посидеть, фильмы там посмотреть, еще чем-нибудь заняться. Но можно дома с семьей все вместе поспать просто, правильно? Ну, тоже верно. Ну, я не отдыхаю, я работаю всегда. И завтра тоже будете? Ну, наверное. Как так без отдыха-то? Да как, вот такая жизнь. Семья, дети. И работа. Приходится работать. Ну, работа, насчет работы сомневаюсь. Ее нет. Так вы же работаете. Ну, работаю. Официально-то я не работаю. Понял. Просто... То есть не отдыхать, а работать? Помогаю. Понял. Ну, как чувствуешь себя, так и отдыхаешь. Ну, если устал, то отдыхаешь. Если не устал, то работаешь, правильно? Ну, или делаешь, что хочешь, не знаю, что хочешь. Ты же свободный человек, делай, что хочешь. Ну, в рамках нормальности. Ну, главное – выспаться. Просто лежать и ничего не делать. Заняться любимым делом. А любимое дело – это лежать и ничего не делать? Да. То есть весь день заниматься любимым делом? Да. И где-то между занятием любимым делом, когда устанешь, поспать, правильно понимаю? Да.